Здравствуйте всем, меня зовут Мина, я сегодня буду делать макияж Селена Гомеза и начинаю. И вот моя пудра. Мы начинаем его облизывать. Чтобы даже губы были попаданы, потому что этот макияж очень хороший макияж, и это трудный макияж, и это надо делать очень аккуратно, да. И вот этот маленький вещь мне очень понадобится. Этот делает немножко женщину, но я делаю немножко трудно. Мы начинаем. И вот мой крем. И этот очень хороший крем. Этот крем очень, ну как сказать вам, чтобы делать, которые остаются тени, мы можем с этого делать. Мы мне ничего не осталось. Вот смотрите, первый этап нашего макияжа. И смотрите, этот макияж, ну вам как сказать, очень непростой макияж. И я очень люблю Селена Гомеза, и вам сказать, что она очень красивая. И мы ее любим. И вот у нас первый этап закончился. Мы переходим в второй этап. И этот этап немножко сложный, и я тоже не смогла делать его раньше. Раньше я его не смогла делать, а сейчас немножко я делала, а потом научилась. Его... Вот. Это надо делать аккуратно и очень аккуратно. И эта аккуратность нам приведет очень хороший макияж. Вот мы делаем его. И вот. Вот так. Вот так. И некоторым этот макияж не подходит. Деда не подходит этот макияж. А мне говорят, что это тебе очень подходит. И я иногда делаю этот макияж. И это очень интересный макияж. И это делается очень просто. Но этот немножко... Говорят, что... Простые делать просто, а сложные делать сложным. Ну да. А это очень... Ну, похоже на сложный макияж, но очень простой. Макияж. Так, вот мы потом делаем свои вот косички. Вот.
немножко наверху делаем мы, чтобы... Ну а когда этот макияж подходит, куда идешь в свидание или куда или на встречу, этот очень или на вечерний бал, этот макияж очень подходит тебе. Если тебе этот макияж подходит, ты это можешь делать каждый день или каждый вечер. Вот. Вот у нас уже заканчивается, и вот. Смотрите, уже вот этот наш был первый глаз, и я этот макияж делала уже на втором глазе, на втором глазе. Могу будет сделать немножко быстро, вот у меня не получается, ну простите. Да, будет каша-малаша, но ничего. Вот они немножко разные, но я буду делать немножко. Вот. Смотрите и запоминайте. Я сказала, что второй этап делать очень сложно. Вот. Ну, в клипе это... Немножко смотрится немножко сложно, но это очень несложно, да, как вам сказать. Вот и наш макияж в глазах. Вот. Я как вам сказала, вот этот крем. Для лица, вот. Вот. Так, это надо Monstrates. Так, Monstrates, и не знаю какой номер, но здесь написано, что нам делать. И вот мы его намазываем, где мы испачкали. Вот. Чтобы не было трудностей. Туда тонкие, я это справлю. Вот. Вот. И вот мой макияж, я и буду мазать свои пудры. Вот. Я немножко похожа на клоуна, но не беспокойтесь. Я выгляжу нормально, вот. А наш помада очень будет, как сказать, из блеска и из помады. Так.
Вот. И вот. И вот готов наш макияж, смотрите. И мои волосы немножко я вот так. И вот. Добрый вечер.